друг убил одного из моих лучших людей. Бойцы начинают верить, что он непобедим. Докажешь, что это не так. Я не пойду его убивать ни за какую награду. Тебя больше не волнует судьба твоих верных людей? Дзин – лучший мечник на острове. Мои не смогут его убить. Есть много способов уничтожить врага. Придумай как. А если и не нужно его убивать? Будьте осторожны, господин. Старая Ерикава – опасное место. Что произошло? Мы шли по дороге, услышали крики. Но когда подоспели, было уже поздно. Они перебили друг друга? Нет. Это был дух мести старой Ерикавы. Дух? Вы знаете часть истории, но не всю. В давние времена искуснейшими мечниками на острове были самураи клана Ерикава. Лишь одному человеку в каждом поколении доверяли семейную тайну. Смертоносный удар, от которого нет защиты. Звался он «Танец гнева». Величайшим мастером «Танца гнева» был господин Такияса Ерикава. Почитаемый многими, этот человек бросил вызов клану Симура. Стремясь заполучить главенство, он поднял кровавый мятеж, погубивший множество жизней. Отец и братья господина Симуры пали, сраженные танцем гнева Ерикавы. Но с помощью клана Сакай Симура подавил восстание и казнил господина Ерикаву. Перед смертью предатель поклялся, что будет мстить за свое поражение даже из могилы. И по сей день люди оставляют подношения его духу на развалинах старой Ерикавы. Они молят о смерти для своих врагов, и дух мести Ерикавы отвечает на их призыв танцем гнева. Ты считаешь, что этих людей убил дух? Это были торговцы, которые не раз обманывали покупателей, обогащались за чужой счет. И кто-то просил об их смерти. Люди просят духа о кровавом возмездии. Его святилища полны подношений. И где эти святилища? Люди сжигают пучок соломы и лепестки цветов. Тогда белый дым несет их молитвы духу. Глядите на небо, господин. Кто-то оставил записку для духа мести Ерикавы. Монголы берут наш народ в рабство. Они встали совсем рядом у реки Куси. Убей их. Дух ни при чем. Это моя война. Пошли. Воины со щитами. Этих так просто не убьешь. Монголы. Наши? Почему их убили? Господин! Выпустите меня! Успокойся, я тебя освобожу. Что произошло? Этот дух! Он их всех перебил, а потом исчез. Я уж думал, что умру в клетке. Кто были эти люди с монголами? Те, что меня им продали. Ты свободен. Иди. О! Спасибо. Дух отправился дальше. Может, к очередному святилищу? Хейтаро предал наш народ. Он в лагере недалеко отсюда.
Оборви его жалкую жизнь. Речь о лагере выживших. Господин Сакай, что для вас делать? Кто из вас Хейтаро? Это я. Кто-то попросил дух мести Ирикавы о твоей смерти. Но что я сделал? Он бегает к монголам. Каждую ночь исчезает куда-то. Понятно, что к ним. Нет, я не виновен. Если ты помогаешь монголам, я это выясню. Я бы никогда так не поступил. Я докажу. Вот увидите. Заставьте его признаться. Я все объясню, но не здесь. Идемте. Они молились о моей смерти. Духа ты не бойся. Бойся лучше меня. Я-то настоящий. Но дух тоже. Я сам видел. Видел? Где? На дороге. Меня пытались ограбить трое. Дух зарезал их и пропал. Вот сюда я хожу по ночам. На могилу? Чья она? Его звали Тодзиро. Мы были близки. Но его жена и дети в лагере. Они не должны знать, почему я навещаю могилу. Понимаю. Но и ты пойми, что люди в лагере напуганы. Тебе опасно там оставаться. Куда мне идти? Отправляйся в Ариака. Иди, пока еще не поздно. Спасибо, господин. Знамя клана Ирикава. Неужели кто-то из самураев клана Ирикава уцелел? Нужно найти его, кто бы он ни был. Нужно поискать еще святилище. Дзин Сакай – последний своего рода и слуга подлого пса Симура. Отведи его в сад богов, чтобы они стали свидетелями его смерти. Молитва духу о моей смерти. Пойду в сад богов. Пора с этим покончить. Дух! Он только что был здесь! Статуи богов. Должно быть, это их сад. Святилище. Но духа нет. Записка адресована мне. Тебя настигла месть Ирикавы. Так это ты, дух? Я ветер, который ворошит пепел. Я месть Ирикавы. Ты владеешь искусством, которое умерло вместе с кланом предателей. Кто ты? Дочь самурая? Выжила после мятежа? Никто не выжил. Это земля призраков. Кто просил меня убить? Крестьяне, которые тебе кланяются. Торговцы, которые с улыбкой принимают плату. Вся Ирикава молится о гибели кланов Сакай и Симура. Некоторые умеют прощать. А остальные мечтают о возмездии. И я выполню их просьбы. Я все замечаю. Ирикава, вот твоя могила. Что ты делаешь? Учусь. Я знаю, как тебя победить. Нет, ты умрешь. Ненависть ослепила тебя. Ты не захотела увидеть истинного врага. Танец гнева теперь мой. И я обращу его против монголов.
Я благодарен. У нас есть войско, чтобы отбить мой замок. И Юна вас не подвела. Она получит свою награду. Воины Сёгуна скоро прибудут. Но пока мы их ждем, у нас есть еще одно дело. Разведчики перехватили приказ хана. Он отдан для Рюдзо. Его наемники должны ударить нам во фланг. И где сейчас Рюдзо? Недалеко. В Каясане. Ты не обязан делать это лично. Он был мне другом. Я пойду туда сам. Делай, что должно. Когда вернешься, мы будем готовы к бою. Может, Юна зачнет? Мы не можем забрать все. Ты-то что теряешь? Больше, чем ты думаешь. Найдем тебе новые инструменты. Ты уходишь? Да, на рассвете. Твой дядя сдержал слово. Помоги мне в последний раз. Рюдзо скрывается в форте Каэсан. Не могу. Прошу, пойми. Я всю жизнь добивалась этого. Я голодала. Пыталась скопить денег, чтобы начать новую жизнь на большой земле. Не проси меня. Я не прошу остаться. Помоги одолеть Рюдзо, и я посажу тебя на корабль. Это твоя битва, Дзин. Не моя. Я лишь хочу начать с братом все сначала. Тогда отправляйся. Спасибо, Юна, за все. Я желаю тебе мира. И тебе. Господин. Сестра о тебе заботится. Слушай ее. Прощайте, господин. Я приду за ним сам, под покровом ночи. Монголы, мало нам соломенных шляп. Господин Сакай, подождите! Шш, нас услышат! Вы не пойдете туда один. Если Юна с вами не идет, тогда я пойду. Тебя этому не обучали. Вы сами сказали, это не так важно, если сражаться вместе. Я сражаюсь за призрака. Я не могу взять тебя с собой. Если что случится... Хотя бы позвольте мне их отвлечь. Уведу часть за собой. Тогда вам будет проще. Хорошо. Но только сразу скачи в лагерь во весь опор. Я не подведу. Давай, пора действовать. Псы! Вшивые монгольские псы! Расскажу о вас господину Тимуре! Самурай вас перебью! Ну ты!
Рад тебя видеть. Ты знаешь, зачем я здесь? Да. Я ведь от тебя и не скрывался. Хан тебя ожидает. Нам не о чем говорить. Ты предал нас всех. Цусиму можно спасти вместе. И зря ты так уперся. Нет, Рюдзо, не зря. Господин Сакай! Господин Сакай! Прошу, очнитесь! Так, а почему? Вас так долго не было. Я понял, что дело плохо, и пришел на помощь, но меня схватили. Проклятие. Нужно освободиться. Они нас убьют. Не смогут. Постарайся ослабить веревки. Нужно ослабить веревки. Бить хочешь? А? Кумыс! Молоко от любимой кобылы. Ее последний подарок. Вчера она охромела, и я пустил ее на мясо. Мы оба умеем побеждать. Мы с тобой, те, кто всегда выживает. Я самурай. Нет, ты гораздо больше. Ты призрак. Убедись, свой народ подчинится, и настанет мир. Мы не станем тебе служить. Твой дядя ответил так, когда я предложил сдаться. Он отказался быть рабом.
Я тоже горжусь своей семьей. И знаю, каково жить в тени родных. Зачем крохи чужой славы, если можешь стать героем? Он и так герой. Факт. Люди пойдут за тобой. Подчинись и спаси их. Ты просто сеешь раздор. Рюдзо тебе поверил. Но не мы. Твоему герою нет до тебя дела. Убей его и уходи. Мертв из-за тебя. Мне придется искать нового, а тебе снова выбирать. Мне нужен мой меч. Убью их всех. Выходите! Вперед! Убить его! Это за атаку! Кто тебя учил, бестолочь? Хан уехал прочь, с ним Рюдзо. Где Така? Он ведь здесь? Он написал, что пошел за тобой. Так где он? Нет. Нет! 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 Юна, стой! Така! Ему здесь не место! Почему он не послушал? No!
Он хотел, чтобы ты гордилась. Нет, он хотел быть как призрак. Зачем ты его потащил? Я не хотел его брать. Он пытался помочь. Как и всегда. Он сбежал! Пора идти. Я его тут не брошу. Последний. Соломенных шляп больше нет. Рюдзо один. Но он живой. С ханом. Здесь уже делать нечего. Мне надо похоронить брата. Я помогу. Я не хотел, чтобы так вышло. Прости. Я клялась о нем заботиться. Уберечь. Не ты виноват. А я. Нет. Виноват хан. Рюдзо. Все монголы на острове. Помоги мне их убить. Помоги отомстить за Таку. Бессмысленно уезжать, когда у тебя никого и ничего нет. Осталось лишь сражаться. Вернись в лагерь, дядя. Отдохни. Встретимся там. Он встретил смерть. Храбро. Он всегда был храбрым.